быть, может быть полезным для интеграции в различные образовательные программы. Вот. Значит, прежде всего, да, но тут правда, важный момент. Я лично работаю в отделении Imagination, которое MIPS Business Unit, то я лично никогда не видел код Power VR. То есть, типа, я вот работаю и пишу код, который входит в процессоры MIPS. Вот. И по процессорам MIPS я могу ответить абсолютно все. То есть я могу ответить на практически любой вопрос там, с уровня программирования до уровня транзисторов. Вот. То есть там я знаю просто весь стек, потому что я просто, значит, ежедневно, значит, работаю и с RTL-кодами, с верификационным кодами, с тестами и прочее. Но Power VR я такое, к сожалению, сказать не могу. Поэтому все, что я вам могу сделать, это просто пересказать то, что люди в Power VR вот, показывают с точки зрения технического маркетинга. Вот. Ну и вот эта презентация, она дает некоторое представление, что из себя представляет значит, Power VR и что из себя представляют частично GPU вообще. Хотя про архитектуру, про микроархитектуру GPU эта презентация рассказывает очень скупо. Вот. Значит, итого. Значит, прежде всего, ну, как вы знаете, что там изначально на компьютерах графика, ну, графические картинки рисовались программно с помощью просто ресурсов главного процессора, вот, который просто делал вывод через некий достаточно простой интерфейс на дисплей. Вот. Хотя уже там в 80-е годы были чипы, например, Texas Instruments, видеопроцессоры, которые использовались вот в простых игровых устройствах, вот в разных вот приставках уже в то время. Вот. И с течением времени эта технология стала все больше и больше усложняться, то есть появились специализированные графические чипы для двухмерной графики, а потом для трехмерной графики. То есть появился стандарт OpenGL для работы с трехмерной графикой, и появились вот, графические карты, и потом графические процессоры, которые просто оптимизировали превращение команд от OpenGL в растеризованное изображение на экране. При этом надо сказать, что в мобильное устройство вся эта графика проникла значительно позже. То есть 20 лет, ну, Imagination Technologies находится в бизнесе графики, в компьютерной графике примерно с конца 60-х годов. Вот. Но они решили сделать специализированное ядро для мобильных устройств только в начале 2000-х. И вначале им говорили, что для чего нужен графический процессор для типа сотовых телефонов, там всего лишь там 200 пикселей в ширину на экране, то есть для чего вам это нужно. Вот. Но вместе с тем вот они стали это делать, и они, значит, удачно попали в струю с компанией Apple, которая стала это использовать, и в результате
наша компания оказалась в ситуации, когда 75% дохода на графический процессор идет от компании Apple. Вот. И в последнее время Apple сказали, что они решили сделать свой собственный графический процессор для, значит, айфонов, айпадов и так далее. Вот, поэтому там через некоторое время они, значит, перестанут платить нам роялти, то есть через 2 года. И, вот. И вначале были всякие идеи о том, чтобы расчленить Imagination на отдельные, значит, компании и продать по отдельности. Вот, в частности, ну, наше, значит, отделение MIPS, Business Unit, оно самообеспечивает. То есть у нас есть такие клиенты, как Mobileye, как MediaTek, доходы от которых просто, значит, обеспечивают успех, значит, нашего отделения. Вот с PowerVR, которая зависит от Apple, вот, значит, так как PowerVR зависит от Apple, то с ними ситуация оказалась более сложной, то есть менеджмент выпустил пресс-релизы с тем, что рассматривает некую тяжбу с Apple, то есть вначале отделить отделение MIPS, которое само обеспечится, потом начать тяжбу с Apple. Вот, и все это дело втянулось с апреля до примерно в конца лета, до примерно, нет, июля, когда возникли некие покупатели, которые захотели купить компанию целиком, то есть вместе с PowerVR. То есть так как у PowerVR есть и различные другие клиенты, и так как PowerVR была и остается самым продвинутым мобильным engine'ом на рынке, то есть ARM в Mali, он все еще, он не лидер, он все-таки находится за PowerVR, так PowerVR это самый high-end графический процессор на рынке, вот, то, естественно, есть некоторое количество индустриальных игроков, вот, которые, значит, хотят иметь это в своей собственности. Вот. Но, значит, так или иначе, PowerVR, вот этот пакет мобильной графики, который вы можете загрузить с сайта Imagination, вот, вы можете его использовать для демонстрации студентам, как работают, как им работать с мобильной графикой. Потому что этот пакет, он работает, в принципе, и на PC. То есть там есть софтвер, который имитирует все, что вы можете делать с GPU на значит, iPad, iPhone, значит, Samsung, в Galaxy и других лицензиатах PowerVR. Вот. И если вот ваши студенты интересуются использованием GPU, использованием, значит, OpenGL, использованием OpenCL, то это вот платформа, которую можно использовать для этого обучения. Вот, но некоторая краткая история с мобильной графикой, что, как я уже сказал, что ранние сотовые в телефоны, у них все делалось на CPU, без GPU. Вот, но с течением времени оказалось, что GPU все-таки полезен. Вот, то есть в начале 2000-х стали появляться игры на сотовых телефонах, которые использовали графику. Вот, и в конце концов в 2009-м вот Apple решил использовать PowerVR. Вот, и это, значит, обеспечивало очень большое количество роялти, идущие к PowerVR. Вот. И, значит, сильный рост Imagination. То есть в конце концов MIPS стал частью Imagination. Вот тут краткая история различных ядер PowerVR. Вот, и теперь
Да, ну теперь как, собственно, идет работа с Power VR. То есть для нее софтвер общается с графическим процессором через библиотеку, написанную на C. То есть имеется некий объектно-ориентированный интерфейс, есть несколько библиотек, то есть, ну, есть прежде всего простая библиотека двухмерной графики, но то есть это не главная ценность Power VR, но это тоже есть. Что есть вот библиотека двухмерной графики, то есть это которая поддерживает стандарт Scalable Vector Graphics. Вот этот стандарт, ну, значит, векторная, это значит, что мы храним изображение не в виде пикселов, а в виде просто команд, типа рисовать линию, окружность и так далее. То есть из-за этого просто в зависимости от качества вашего дисплея вы можете рисовать в картинке, у которых нет вот таких вот артефактов, как вот такие квадратные пикселы. Вот. Ну, из-за расширения в картинке. Но главная ценность Power VR, естественно, не двухмерная графика, а трехмерная графика. Вот. То есть из-за этого вот в 2002 году, ну, вообще сам стандарт OpenGL, он появился в 90-е годы, то есть я, а может быть раньше, ну, я лично читаю в журналах про него году в 93-м, вот. Но он используется для больших компьютеров, но из-за роста рынка мобильных устройств, вот, в 2002 году несколько индустриальных компаний решили сделать стандарт для встроенных систем, то есть под множество OpenGL для встроенных систем. Вот, и компании, которые имплементировали этот стандарт, вот, в них входят Imagination, Arm, Nvidia, Apple, Qualcomm. То есть все значимые компании в этом бизнесе. Вот, теперь, значит, да, тут есть интересный момент, что с графическими процессорами связана куча разных специализированных жаргонов, терминологии, вот, то есть, они, даже люди, которые являются чисто софтверными людьми, они, значит, рассуждают в разных деталях в GPU, в графическом конвейере. То есть, по сути, GPU это устройство, которое принимает команды типа рисования треугольников. То есть у них там есть углы, вот эти вот вертексы, шейдеры. Я даже не знаю, как будет по-русски шейдер, наверное, так вот по-русски и так и будет шейдер, да. Хорошо, вот. То есть, по сути, это специализированный процессор, у которого могут быть тысячи индивидуальных threads, то есть потоков исполнения, которые выполняют команды, связанные с математическими преобразованиями таких абстракций, как вертекс, углы, то есть углы треугольника, вот, и которые позволяют выполнять алгоритмы рисования трехмерных объектов, так сказать, оптимизированного рисования. То есть они типа определяют, что не нужно рисовать. То есть если несколько предметов накрывают друг друга, то та часть, которая не видна, рисовать ее не нужно. А также они массивно используют параллелизм, чтобы эти преобразования производить на разных частях картинки одновременно. То есть это называется тайминг. Вот. И, ну, дальше в презентации будет несколько больше про это. Вот. Так, теперь
В 2003 был сделан Mobile 3D Graphics API, вот, который поддерживается для Java. Вот, и это было, естественно, использовано в основном для игр. В 2005 возник OpenGL ES 2.0. Вот, после чего Web Graphics Library. Вот. И, ну, то есть с течением времени к этому были добавлены разные дополнительные черты. Вот. Ну и Power VR, он вот как раз позволил устройствам от Apple вот иметь вот такую вот высококачественную графику. Вот, вот, вот имеется история, значит, разных семейств этих устройств. Вот, вот как, значит, росло качество, то есть качество связано с производительностью. Да, при этом надо сказать, что, конечно же, GPU на GPU на мобильных устройствах, они, конечно, не могут соревноваться по производительности с GPU для компьютеров, для десктопов. Вот, то есть, хотя, в принципе, все GPU, то есть и от NVIDIA, и от AMD, и от Intel, то есть у Intel тоже есть большое графическое отделение, которое находится рядом с Сакраменто. Вот. То есть, но вот все десктопные GPU, у них гораздо меньше требований к энергопотреблению. То есть они, но для мобильных устройств очень критично, чтобы энергопотребление было минимизировано, иначе у них очень сильно садится батарейка. При этом GPU, они по площади гораздо больше, чем CPU. Поэтому с точки зрения static power они потребляют гораздо больше. Вот. Также они как IP-блоки стоят значительно дороже. То есть это более вообще массивные объекты в системе на кристалле. И собственно вот основное value, значит, Power VR как GPU заключается в том, что он с одной стороны позволяет вот это массивное специализированное вычисление с большим количеством потоков, а с другой стороны он позволяет это делать так, чтобы в телефоне не садилась очень быстро батарейка. То есть это сделано с помощью большого количества трюков, то есть с клок-гейтингом в основном, то есть с тем, чтобы использовать минимизировать переключение, детриггеровать, а также с тем, чтобы использовать только те блоки, которые нужны для изображения данной картинки. Вот, ну, естественно, масса оптимизации, чтобы не перерисовывать лишнее. Вот, о чем будет дальше в презентации. Вот, ну и как вы можете увидеть, что с течением времени качество изображения, связанное с повышением производительности GPU, оно росло. Так, все, вот это вот первая часть. Теперь, значит, вторая часть. Вторая часть, как... Так, у меня вообще есть соблазн начать с третьей части, а потом перейти ко второй. Ну ладно, я этот соблазн все-таки... я так делать не буду, я все-таки сделаю со второй части. Потому что со второй части обсуждается... Так, вот эта информация.
Shit. А, вот, все. Вот. То есть вторая часть вот, вот этих вот образовательных материалов по использованию Power VR, она показывает программный интерфейс. Вот. То есть, как я уже сказал, что Power VR программируется с помощью библиотеки на C++, то есть это такая вот объектно-ориентированная библиотека, вот, которая поддерживает стандарт OpenGL. Вот, и в этой второй презентации показываются определенные элементы вот этого программного интерфейса. Вот, то есть это такой многослойный API, в котором приложение использует Power VR Shell, который потом работает с операционной системой, в которой есть драйверы, которые уже дают вот команды этому процессору Power VR. Но при этом Power VR, естественно, работает с системной памятью не через главный процессор, он имеет собственный DMA, и он также имеет графическую память, в которой кэшируется большое количество обработки. Вот именно это обеспечивает высокую скорость, высокую производительность значит, работы графики. Вот. Кстати, если, так сказать, немножечко переключиться вот с Power VR на то, вот, чем я, значит, занят напрямую, то бишь с ядрами MIPS, что вот MIPS, так как MIPS использовался Silicon Graphics и использовался в ранних игровых приставках, вот вы можете вспомнить, что еще в начале 90-х годов вот, были всякие Nintendo 64, там, Sony PlayStation, вот, и вот люди удивлялись, что как же так, что вот почему графика на Sony PlayStation работает настолько быстро, вот, при том, что у них более низкая тактовая частота, чем у десктоп-компьютера. Вот, а причина была в том, что вот Sony вместе с Toshiba, вместе с группой MIPS, вот, и в частности мой предыдущий прямой начальник был одним из разработчиков, значит, MIPS R4000, на основе которого был сделан вот тот чип Sony Dream Engine. Вот, в общем, эта скорость была связана с тем, что этот процессор использовал графический сопроцессор, векторный сопроцессор, который подсоединялся через интерфейс Coprocessor 2, то есть сопроцессор 2. Вот. И из-за этого было возможно давать вот команды, значит, векторные команды, которые делали быстрые вычисления для вывода на экран графических объектов и растеризации. Вот. Но, значит, Power VR это делает этого гораздо больше, то есть на 3 порядка больше. То есть у него имеется тысячи индивидуальных потоков обработки данных и множество специализированных оптимизаций. Вот. То есть вот как выглядит. То есть в библиотеке для приложений используется C++ объектно-ориентированный интерфейс, вот, в котором есть методы, ну, значит, виртуальные функции init application, init view, render и все это прочее. Вот в этих материалах это кратко описано. Я хочу это прикрутить вплоть до некого небольшого примера. То есть все это программируется на
на C++. Вот, например, если вам нужно нарисовать треугольник, то есть треугольник у вас воспринимается как три вертекса, то есть как три угла. Вот, вы делаете вот шейдеры, то есть что такое шейдер? Шейдер — это функция графического преобразования, то есть вы определяете вот эти вот три угла. Вот, вы можете сделать объект, в котором есть вот эти три угла, треугольник, потом вы можете сделать большое количество таких объектов, и по сути вся эта графика — это представление трехмерных объектов в виде большого количества треугольников, с которыми потом можно делать разные вещи. То есть можно оптимизировать, какие из них рисуются, какие из них нет. На них можно накладывать различную фактуру, то есть там цвет, там яркость. Вот. И в конечном итоге GPU вот, вычисляет то, что нужно нарисовать, пытается максимально вычислять это параллельно с помощью тайлинга, вот, после чего комбинирует эти результаты и, значит, растеризует, и все это в результате оказывается в системной памяти, но до этого это находится в графической памяти. Вот как выглядит C++-ный класс треугольник. Вот, то есть у вас имеются методы, что инициализация, значит, рендер, установка позиции. Вот, и можно сделать несколько, значит, инстансов этого класса. Вот, и можно делать всякие сложные геометрические фигуры. Вот, и в этих вот образовательных материалах, которые можно скачать с сайта Imagination, представлены примеры, которые можно использовать, чтобы учить студентов графики. Вот, теперь, значит, перейдем к более интересной. Ну, так как у нас больше семинар про хардвер, а не про софтвер, то мы, значит, перейдем к более интересной хардверной части. Единственная проблема, что в этих слайдах про хардверную часть сказано очень мало. Вот. И, к сожалению, я вам не могу сказать больше, поскольку я никогда RTL-код и для GPU не видел. То есть я, значит, работаю с процессорами MIPS, то есть в процессорах MIPS я знаю абсолютно все, потому что я работаю со всем кодом, вот, а в этом, к сожалению, нет. Там у них целый свой мир. Вот, но эта презентация и вообще эти образовательные материалы, они предназначены для введения, то есть они просто предназначены для студентов, которые только начинают.